Для большинства людей, направляющихся в Сочи, аэропорт выступает локальной стартовой точкой. Здесь, в Адлерском районе Сочи, пассажирские потоки разделяются. Удобной альтернативой привычному наземному транспорту выступает скоростной электропоезд, посадка на который осуществляется прямо в аэропорту. Грядущая Олимпиада диктует свои правила. При разработке транспортной инфраструктуры приходится рассчитывать на большое количество пассажиров. Именно для этого при аэропорте и строится железнодорожный терминал, который будет обеспечивать безостановочную доставку пассажиров сразу к основному вокзалу Адлера. Приняв пассажиров, поезд практически сразу же входит в тоннель длиной 344 метра. Общая протяженность трассы — 2 километра 716 метров. Примерно четверть пути проходит по эстакадам. Экспресс ходит каждые 15 минут, что позволяет перевозить более 6 тысяч человек в час. В середине пути предусмотрен второй тоннель длиной 144 метра. Поезд вмещает до 800 человек. В их число входят пассажиры, направляющиеся как в сторону Туапсе, так и в сторону олимпийских объектов, расположенных в горах или в районе Веселого. Расстояние между аэропортом и вокзалом Адлера меньше 3 километров, но существующая транспортная инфраструктура уже сейчас не справляется с пассажирским потоком. Новая железнодорожная ветка не только снизит нагрузку на автомобильные дороги в этом районе, но и обеспечит пассажирам повышенный комфорт. Поезд движется без остановок и прибывает прямо к станции Адлер. Архитектурное решение нового здания вокзала крайне компактное и функциональное, соответствующее современному и лаконичному стилю олимпийских объектов. Дизайн интерьера вокзала также идет в ногу со временем. Несущие колонны и шахты лифтов украшены декоративными панелями с объемным рисунком. Внутри вокзала предусмотрены обширные вертикальные пространства, усиливающие ощущение просторности здания. Новое здание вокзала вкупе с железнодорожной линией Адлер-Аэропорт будут интегрированы в комплекс олимпийских объектов, запланированных к 2014 году компанией «Российские железные дороги».